Привет, народ! Или по-мужицки здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу, как заработать 200 тысяч долларов за несколько минут в GTA 5 онлайн. Что ж, не буду долго тянуть... Погнали! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Итак, чтобы заработать эти деньги, вам потребуется пройти испытание на время. Оно заключается в поездке из точки А в точку Б за определенное время. Для этого вам понадобится мотоцикл. Идеально для этого подходит Бати 801. Ну а я использовал Шатаро. Теперь находим на карте это испытание и начинаем его. За прохождение испытания мы получаем 100 тысяч долларов. Это половина того, что я вам сказал. А вторая половина — это тоже испытание на время, только на машинке RC Бандита. Также находим его на карте и проходим. За него нам также дают 100 тысяч долларов. В итоге у нас 200 тысяч долларов. Это довольно неплохая сумма, учитывая то, что эти задания обновляются каждую неделю. И вы каждую неделю можете таким образом забирать по 200 тысяч долларов, помимо других заработков в этой игре. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то не забудь поделиться видео с друзьями. А также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. So why you doing what you doing? Just know I don't do no wrong, yeah. I could really do you dirty, but I don't do you dirty. I heard you was fucking with some nigga way back when from Little Bird. You think the streets ain't talking, but at night it's loud as hell. As long as I keep a pure heart, I know I'll